Остаемся за океаном, продолжаем вас знакомить с новостями из Америки, обеих Америк. Регулярное сообщение вновь связало США и Кубу. Восстановили его после, вот не поверите, 55-летнего простоя. Первый самолет прилетел в Санта-Клару. Лайнер американской компании JetBlue проделал путь из Флориды. Там, кстати, живет очень много выходцев с Кубы, очень много иммигрантов. Борт встречали с таким энтузиазмом, какого не было даже во время исторического визита Обамы на Остров Свободы. Возобновить регулярное авиасообщение Гавана и Вашингтон договорились в феврале. До этого на Кубу летали только чартеры. Но это еще один шаг по восстановлению отношений между странами. Процесс вот этот восстановления отношений запустили в конце 2014 года. За это время стороны успели вновь открыть свои посольства, а США также сняли часть санкций с Кубы. Вот только самое главное, экономическое эмбарго пока все еще в силе.